Гулям. Как бросил Гулям. И Калихон. Удар 1-0. Наполи открывает счет в матче. Хосе Мария Калихон. Еще раз смотрим. Чуть ли не к 11-метровой отметке. Большой привет Немане Ивидичу. Уже я устал, честно говоря, говорить о его игре в итальянской серии. Снова катастрофа. Это его ошибка стопроцентная. Здесь даже двух мнений быть не может. Очень сыграл безответственно Немане Ивидич. Понятно, что он до мяча там кое-как добирался, но все же такой защитник. Оп! Подача. Додо. Удар головой. И 1-1. Фредди Гуарин забивает. Колумбийский полузащитник. И такую улыбку вызвал он у Массимо Моратти. И что выяснять? Не было, конечно, офсайда. Все было чисто. И браво, Фредди Гуарин. 1-1. Хорошая подача получилась у Додо. Вот с углового. С игры он так не подает. И кто Горностопом. Лопес. Хорошая подача. Удар. И браво! Браво, Наполи! Какой же красавец гол забивает Наполи. Мы знаем всегда его сильный качество. Лопес все сделал как надо. Вырезал передачу. Ну, просто идеально. Ну и Калихон неродной левой ногой в одно касание. В одно касание поймал на нужной высоте мяч и в дальний угол без шансов для Хандановича. Без шансов для Хандановича. 2-1. Наполи выходит вперед, забивая очень важный гол. Или игрок Калихон, да, хороший, но не игрок сборной Испании, могут такую комбинацию творить в отнюдь не самом простом итальянском чемпионате. Опасный момент и 2-2. Что творится? Сравнивает счет в компенсированное время Эрнанес. Его знаменитый кульбит. Политанс отмечает победу. Додо наконец-то! Наконец-то Додо исполнил подачу так, как надо. И Эрнанес. Откуда вылез? Не совсем понимаю, кто его держал. А, видимо, Дрис Мертенс. Именно он с той зоны, хотя вряд ли. Наверное, все же бежал именно из центра.